Боец, Ислам Махачев, попал в небольшой скандал в Австралии, где он готовится к бою с Александром Волконовским. А все из-за вот этого вот видео. Hey, это карликовая кенгуру, называется квока. Она на грани исчезновения вводится теперь только на острове Ротнест, в 18 километрах от Австралии. Квоки занесены в Красную книгу, их запрещено не то, что кормить, их нельзя даже трогать. А Ислам Махачев угостил Квоку листиком, а канал UFC на ютубе опубликовал это видео. Но это еще не все. Член команды Махачева угостил Квоку орешком, а вот это уже супер нарушение. После того, как в местной прессе разразился целый скандал, видео с кормлением удалили из соцсетей, но скрин-то остался. Теперь члену команды россиянина грозит до 5 лет лишения свободы или штраф в размере 35 тысяч долларов. Жесткие, конечно, в Австралии законы. При этом ислам говорит, что из полиции пока не звонили, шумит только пресса. Главное, чтобы это недоразумение не сбило ислама с настроя на суперважный бой, ведь уже в ночь на 12 февраля ему предстоит бой с Александром Волконовским.